Деспа, здрасте. 22 ноября 2017 года в Арена Рига выступит Луис Фонси. У него, между прочим, не одна песня, но одна песня вообще самая популярная в мире. И вот сегодня мы вышли на улицы, чтобы узнать, узнают ли наши соотечественники его самую популярную песню. Деспа. Деспа, идемте. О, нормально. Фонси! Вы любите музыку? Да. У нас есть для вас два билета на концерт очень супер популярного исполнителя. Но все, что вам надо сделать, я вам сейчас прочитаю текст его песни, а вы должны сказать, что это за песня. Договорились? Договорились. Поехали. Да, ты знаешь, что я с некоторых пор наблюдаю за тобой. Сегодня я должен потанцевать с тобой. Я увидел, что твои глаза уже зовут меня. Покажи мне, каким путем я иду. Ну, я, честно, не знаю. Ну как, вы точно знаете эту песню? Ну, я вообще-то по-латыш. Деспа. Деспасито. А это по-русски. Конечно, это было по-русски. Спасибо большое, вы не угадали. Мы не дадим вам два билета на концерт. Но следите за обновлениями. Эсьюм свару этот... Дивус елугумус ус концерту супер популяра деда тая. Бет юмс ваек, эстелит юмс Латвия шувалуда. Нолас ишу тексту. Он я ее сузминес от каста спардесму. Эс юмс еду шу дивус билетес. Я лаби? Я, бус латвийский. Бет тасна у Латвия шу дзесма. Та. Тулит. Ту эси магнитс. Bet es esmu metals. Es eju pie tevim un domāju plānu. Man ir viena doma. Un man ļoti strauji pulss učišķējās. Kas tas pat dziesmu? Par angliski vispār? Nav angliski, jā. Tad es pasīto. No kurienes jūs zinat? Tas ir Despacito, jā, es apsveicu jūs. Jums ir tagad divas biļetes uz koncerta 22. novembrī. Kā jūs sauc? Elizabete. Elizabete, jūs varat nodzidēt Despacito. Despacito, nu. Pasito. Nezinu. Окей, апсвейцам юз. Я вообще не понимаю, как она это сделала. Я с русского на свой корявый латышский переводил, и она угадала. Колдунья. Es gribu redzēt tavu tancu. Tancu no taviem matiem. Es gribu būt tavu ritmu. Ja. Es gribu, lai tu manu parādi savus lupus. Ja. Tavus mīļākos vietus. Let me... Нет, тас на латвишу. Ну, jūs zinat, kas tas par dziesmu? Ну, не nojaušu. Не, varbūt tas jums palīdzēs tūlīt. Es gribu ļoti leni darīt tā ar tavu šeju. Kā būs šeja latviski? Vaiku. Не, nekas? Nevarat uzminēt? Не, nevar. Ну, tas ir šita. Деспа. Ai, glasies? No, not ir glēsies. Toga, kas tā? Despa. Sīt. Nu, es zinu tā dziedu. Sīt. Nu, nodziediet. Es ne... Vārdus nezinu. Nu, taču jūs pašu galvenu vārdu zinat? Despa. Sīto. Jā, Despa. Sīto. Paldies, tas bija Despa sīto, bet jūs neuzminējat. Nu, nezinu. Jā, visu labu. Kurš vītēdā? Luis Fonsi. Ai, nu. Dvainoj zadanie, moj latyrskij. Плюс его испанский, переведенный с русского на латынь. Это... Я эс теви прасу. Но бучу маны. Камон. Уздавины ман бучу. Эс зину ту дома паршо. Эс домую... Эс кабус попытка. Эс мединаю. Яу илгу лайку. О, мана скайстуле. Тасер процесс. Iedu man šo procesu. Nezināšu.
Nezināsiet? Nē. Nu, jūs taču zināt šo dziesmu, es zinu 100%. Despacito. Jā, jūs varat nodziedāt? Tikai man nav laba muzikāla. Nu, come on. Despacito. Ok, mēs jums iedosim divas biletes. Tiešām? Jā, uz koncertu. 22. novembris, Arena Riga, Luis Fonsi. Если я прошу тебя о поцелуе, ну же, подари его. Знаю, ты об этом думаешь. Я предпринимаю попытки уже на некоторое время. Красавица, это постоянный процесс отдавания. Ты знаешь, что рядом со мной твое сердце делает бум-бум. Медленно. Что-то ничего в голову не приходит, если честно. Вообще ничего. Вообще ничего. Такой ветер. Я не слушаю, как бы, моя новость. Но вы точно знаете эту песню. 4 миллиарда просмотров на Ютубе. Подсказка такая, легкая. У кого сейчас 4 миллиарда просмотров на Ютубе? Кроме Gangnam Style. Despacito. Поздно, брат. Поздно, спасибо. Что бы ты вспоминала об этом, когда будешь не со мной, медленно. Я хочу медленно раздевать тебя, покрывая поцелуями, подписать стены твоего лабиринта и превратить все твое тело в манускрипт. Вверх, 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 выше, выше, медленно, медленно. Вы 100% знаете эту песню. Спасибо. Ничего себе! Откуда вы знаете? Просто умные. Умные? Ну вот так вот умные идут на концерт Луиса Фонси. Лени. Es gribu ļoti lēni just tavu aromātu. Iedu man tevi uz ausi kaut ko šipnūt. Kā būs latviski šipnūt? Apšiem, apšiem, apšiem. Tā. Es teicu, ka tas ir mana latviešu valda. Un es gribu tavu redzēt tavu dansi. Dansi no taviem matiem. Es gribu būt tavu, es gribu kļūt par tavu ritmu, lai tu parādīji manam lūpam tavas mīļākās vietas. Вот это я загрузил. No, 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 tas nav angļu dziesma. No, no, tas nav dons. Tā, vēl, tas ir ļoti populāra dziesma. Jūs to zināt 100%. Tagad YouTube viņa šita dziesma ir rekords mēne. Mēs stāvam un apkārt ir kaut kur šita dziesma arī. Despa... Arra! Мы даже стоим, мы тачу ставом шейт. Ну ка та, ну ка та. Палдес jums. Visu labu. Lai jums vecas. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть великолепная возможность у вас четверых выиграть билеты на концерт очень известного сейчас исполнителя. На как, на кого? На Луиса. На Луиса? Какого Луиса? Фансили, фансили. Ничего себе! Ничего себе! Обалдеть! Вы поняли? Я вас поздравляю. Откуда вы знали, что Луис Фонси? Так реклама целыми днями идет в воскресенье. Серьезно? А вы знаете его самую популярную песню? Как? Не напоем. Деспасито, да? Девчонки, знаете? Мы знаем. У нас только голоса нет. Короче, девчонки, я вас поздравляю, вы получаете 4 билета на этот концерт. Обалдеть просто, я в шоке. Ну, в общем, знают Луиса-то нашего Фонси в Риге. Последние девочки меня вообще прибили конкретно. Подхожу, спрашиваю, девочки... Сейчас вы можете выиграть билеты на концерт популярного исполнителя. На Луиса-то, что ли? На нашего, на Фонси? Ну, тут я и упал, короче.
Друзья, я думаю, что и вы упадете 22 ноября 2017 года, когда Луис Фонси будет в Риге со своим хитом «Деспасито» и еще с кучей хитов, которые до нас доходят чуть медленнее, чем «Деспасито», но они тоже прикольные и зажигательные. Все, короче, 22 ноября в Арена Рига, ждем. Poquito a poquito, hasta provocar tu escrito.